Прокомментируйте, пожалуйста, что сегодня произошло в партии социалистов? Непонятная ситуация. Уронили яйцо на пол, то есть это была акция именно продемонстрировать отношения, но никак не бросать яйцо в Додона. Но после этого начали твориться какие-то чудеса. Людей завели в комнату, начали избивать. Сейчас их повезли в полицию. Вообще непонятно, что им предъявляют. Поэтому мы сейчас едем для того, чтобы решать эту ситуацию. Спасибо.